Российская актриса обратилась за помощью к подписчикам в Инстаграм. Рената Литвинова попросила поклонников присоединиться к флешмобу в борьбе против онкологического заболевания. Видеозапись появилась на странице звезды несколько часов назад. Она напомнила, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В своем ролике Рената Литвинова обратилась к страшной болезни лично. «Я хочу сказать раку, кто ты такой? Кто ты такой, чтобы уносить столько жизни? Мы знаем способы борьбы с тобой, нельзя откладывать это. Надо как можно раньше идти на борьбу, потому что потом может быть поздно», — отметила она. В подписи к посту артистка попросила подписчиков принять участие во флешмобе «Рак наш враг» и записать свое видеообращение. 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Рак предотвратим, рак победим. Ты не один, нужно бороться. Присоединяйтесь к флешмобу. Запиши свое обращение к врагу. Пусть знает, с кем связался. Это в наших силах, написала она. Пользователи поблагодарили Ренату Литвинову за то, что находит время для таких важных постов, и поделились вдохновляющими историями борьбы с раком. Согласен с вами. У меня тетя победила его именно таким способом. Так и говорила, как и вы на видео. И все прекратилось лучшим образом. Прошло 5 лет, как она вышла из зоны риска, и мы очень рады, спасибо вам за неравнодушие к этому дню и к этой болезни. А у меня сегодня день рождения. И я победила рак, уже почти полгода в ремиссии. Спасибо огромное за такие приятные слова, написали комментаторы.